Ну. Че? Вообще вода упала. Не, мне кажется, она отсюда уже ушла. Ты волкер поставил, что ли? Ага. О, гоняет. О, щука! Вот это круто! Ты видел, да, что творит? Она вся, она, значит, там стоит. Но она оттуда его гнала, малька. И малек-то не мелкий, блин. Блин. А? Да не, поменьше. Ну круто, она прям атакует. Джик-джик-джик. Попробуй. Опа! Вот она та, которая охотилась. Ей ничего не надо. На джик. Ага. Я ж говорю, она небольшая. А этот силикон я где-то в воде нашел, короче. Ну, по осени. Он прям весь так играет. Нет, та крупнее была, да? По-моему. Ну, она у дна идет, да? Бьешь немножко, да? Как? Бьешь по дну. Не. Блин, поводок испортила мне чуток. Классическая проводка, да? Ну, что-то там с паузами, бывает без паузы. Ну, я делаю паузу, чтобы... Не сотку, вдруг это там большая будет. А, нет. Принимается кило плюс. Ну, вот мы здесь что только не кидали, она только джик взяла. Видать, что-то не нравится, и что-то другое хочет. Не, здесь мелко, поэтому и ушла, конечно, она отсюда. Что ей здесь делать? Малек ушел, наверное, она срулила что-то. Мелкой щуки там дохуя. Вот она была. Ты видел? Нет, на вобер вышла. Есть тут щука, блин. Адреналин, блю. Не берет она на поверхностный, видишь, ей что-то такое надо. Надо с паузами, пробуй. Есть. Поклевка как будто была, блин. Здесь трава, да. Здесь прям пучок травы. Я вообще пофиг, наверное, на резину эту. На воблер, да, ебаный? Да. Ой, Юсами, Усами называется, Юсами. А? Ага. Ну, это копия, опять же, но она очень хорошая копия, я на нее щуку ловил, на 2 килограмма осень.
Я попробую на силикончик. Опа. Вот классное место. Вот здесь яма же, да? Вот тут прям. Сюда тогда не иди, я сейчас здесь попробую это. Может, воблерок, думаю, какой провести. Здесь вообще идеальное место для убийства мелкой рыбы. Здесь хорошая глубина. Вот здесь вот стопудово есть она. Есть, я же говорю. Резинка, ага. Опа. Старый крючок, который слабенький, все равно рыбу держит. Эй, отдай, отдали резину. Так, надо взвести. Неплохая вроде. Так. Она из травы вышла и съела. Блин, чё она вобера-то не берет? Хотя, может, она и вобер бы взяла. Крючок руками можно разогнуть. Ну, какая-нибудь хорошая сядет. Она сойдет. Есть. Блин, сошла. Нет, вон чуть подальше. Не просеклась. Да. Прикинь, кто-то в кустах ушел. Видать, щука. И не мелкая. А ну здесь ямка прям хорошая для нее. На два крючка сделал, блин.
Получается, я там в кустах проходил, она в кусты спряталась, прям с таким звуком. Фух, сейчас я ее поймал, я думал, она крупнее там, оказалось мельче. Блин. Есть. Магалон творит чудеса вообще. Магалон. Как мы с товарищем решили, что шакал плохие воблеры не делает. Вот так оно и есть. Тоже поинтереснее. Ух ты! О, ну здесь точно грамм 600 есть в ней. Магалончик, спасибо. Самое главное разобраться в игре, то есть как играет приманка, и все, она убивает просто наповал. Так, так, так. Магалончик, красавчик просто. Ну, я здесь нашумел, вряд ли тут еще что-то есть. Раньше, кстати, я им так не увлекался. То есть он лежит в коробке. У меня, по-моему, парочку их. То есть я их брал совсем давно. Они еще стоили там сколько? Рублей 600, наверное. Может быть, 500, я уж не помню. Вот. И недавно мне один приятель сказал, как им играть. И все. Он показывает чудеса просто. Заменил аккумулятор. Опа! Ударчик был. Я почему-то думал это. Ближе к берегу будет поклевка. Она была отдаль, получается, сколько? Метра два. В бок она ударила. Так. Я что-то думал это. Сумерки, думал, поклевок не будет уже. Получается, я паузу сделал, она его в бочину, бац. Прям явно это атаковала.